What's this? Ты чё, это Калинка? Привет мастеровым ютубовцам, начинающим малярам, и я думаю, для бывалых маляров это все пригодится. Итак, мы имеем форт старенький, вот такой вот. Вот на подбор, значит, мы пошли, значит, на подборе такой краски, значит, у нас нет, то есть машина перекрашена. На этой машине надо красить вот эту, значит, деталь у нас понизу, вот здесь вот надо красить, вот это надо красить, зад багажник вот здесь вот. Так вот называется. Здесь у нас вот это надо красить. Понизу. Здесь. Здесь. И вот это переходом покрасим это самое крыло. Итак, приступим к подбору. Значит, мы постараемся подобрать близко. Если близко, то ею покрасим этой краской. Если не близко, то на подслой, а верхний слой уже закажем рамстона на хорошей краске. Итак, для начала приготовимся. Черная НС. Она уже начата у нас банка. Есть. Алюминиевая пудра, так называемая. Есть. Ну, тут два составляющих, а потом уже под колер еще чего-нибудь попробуем. Там в предыдущем видео я вам показывал, по каплям все это делается. Но это, как говорится, очень скрупулезно и долго, и да самое. Это при маленьких объемах хорошо. Вот, сейчас у нас объем большой, значит, мы можем себе позволить, значит, более быстро доделать, все сделать. Для того, чтобы быстро сделать, берем вот такую бутылочку. Должна быть прозрачная обязательно. Вот. Берем краску черную, то есть у нас это база черная. Открываем. Соответственно, до этого она хорошо у нас перемешана. И заливаем туда. Соответственно, сколько мы налили, на всякий случай, карандашиком здесь отмечаем. Это мы пометили, сколько мы объем первоначально залили. Потом, кто, кажется, целки может сразу туда попасть. Ну, я через леечку. Опаньки. Лужечку берем. Вот такую вот, чуть зарой. И засыпаем. Опаньки. Еще берем одну лужечку. Вот такую. И еще досыпаем. Все это дело протрушиваем. Так, порядок. Сравниваем это дело, но мы видим, что она очень-очень черная. Так, добавляем еще. Понятное дело, что очень-очень мало это у нас серебра. Значит, мы можем уже здесь добавить его. Так, берем ложечку одну. В тот раз мы две добавили, это будет три. Это будет четыре. Это будет 5. Записываем это дело.
посветлело уже. И прилично. Это у нас была вот эта черная витибаза, а это какая уже, видите, серенькая стала. То есть идем в правильном направлении. Тупо просто ложим эту бутылку на какую-то из деталей. И присматриваемся. Ну, мы видим, что она поближе стала. Но еще темная. А там потом мы посмотрим. Добавим. Хватит. Так, записали, у нас получилось 6 уже ложек, да? И хорошенько перемешиваем. Вот у нас была черная такая, вот такая теперь стала. Грубо ложим на машину и смотрим. Ну вот темнее, явно дело, что тона не хватает, но она еще темнее. Посветлим еще. Вот примерно столько. И засыпаем. Это на 6 уже будет. Закрываем. И процесс повторяем. Ложим. И смотрим. Вот видим, что она еще у нас темнее. Добавим еще. Еще такую ложечку туда. Близко. Смотрим. Значит, у нас черная такая была. Мы вот такую вот сделали. Переворачиваем и тупо ложим. Вот мы видим, что она подошла уже, да? У нас как по светлости. Еще она немножко темнее. Вот. Ну теперь тона не хватает. Добавим сюда синего. Вот такой имеется. Соответственно, хорошо перемешали до этого. Вот, но здесь уже надо намерить, потому что вот это цветные, которые в тон ходят, их надо очень аккуратно. Вот на отвертку я до конца опустил ее. Опа. И туда. Раз. Два. У нас две отвертки мы туда пособачили. И плюс еще я беру вот это самое, потому что я вижу, что она еще у нас светлее. Мы еще добавим туда вот этой пудры. Вот такую ложечку. Блеск. Есть. То есть можно чуть пересветлить, оно будет тонко видно. А потом это самое, у нас же еще этот не полностью, он самый комплект добранный. У нас черный си есть, вот потом мы его можем и затемнить. Есть, перемешиваем. То есть мы пошли в тон. Очень хорошо перемешиваем. Он синенький, видите, как. Помешали. Ну, как всегда, тупо его ложим на машину. Смотрим. Где-то мы чего-то подошли. Вот, по тону она отличается. Надо... Это темнее, и тона не хватает синего. Значит, надо синего добавить и серебра добавить. Добавляем. Серебришнего. Ну, чем светлее краска становится, тем ее, кажется, больше надо добавка, чтобы ее на тон как-то засветлить. Ну, вот такую ложечку еще. Блеск. Есть. Значит, синего берем, вот этого синего. У нас еще одну отвертку. До конца ее я опустил. Ну, мерить здесь то, как может. Шприцом или еще как. Вот. Но я вот по-простому здесь. Значит, до конца вогнал ее. И только плеск. Это у нас будет третья. Отвертка. Ну, не побоюсь еще одну добавить. Это будет четвертая отвертка. Плеск. Есть. Перемешиваем хорошо. Я уже посмотрел, чтобы ваше внимание сильно не задерживать. Еще надо добавлять сюда. Значит, добавим сюда серебра.
Вот такую ложечку. Еще одну. Блеск. Еще одну ложечку. Блеск. Вот и так у нас получилось 5, 6, 7, 11 ложек мы добавили. Добавим синего сюда также. Так, обмакаем до конца. Блеск. Еще одна. Это будет 5 у нас. Еще одну возьмем. 6. 6 синего добавим. Хорошенько перемешиваем. Вот. И уже. Опаньки. Ну вот где-то она так подошла, можно сказать. Но еще, грубо говоря, не хватает синего, и она еще чуть темнее. Добавим это дело. Ложечку светлого серебра. Есть. Так, так, отвертка до конца. Опа, еще одна отверточка есть. Ну, и еще одну добавим, еще две. Опа. Значит, плюс две и плюс ложка серебра. Запишем этому хозяйству. Значит, здесь у нас серебра. Этого две и эту ложку одну. Добавим еще синего. Опа. Еще плюс один. Записываем. Еще порцию синего. Отверточку нашу. Блеск. Добавим еще синего. Блеск. Одну отверточку. Блеск. Другую отверточку. Записываем. Добавим еще синего. Отверточку. Блеск. Одну. И еще одну. Записываем. Синего. Не хватает. Так, отверточку. Блеск. Одна. Две. Три. Еще синенького. Так, отверточку. Блеск. Одна. Вторая. И третья. Записываем. Еще синего. Плюс еще одна. Отвертка. И плюс еще одна. Отвертка. И плюс еще одна. Добавим еще синего. Плюс одна отвертка. Плюс две будет. Плюс три. Плюс четыре. Добавим еще синего. Значит, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, и так посмотрим, мы тут намутили. Хорошенько перемешиваем. Опаньки. Ложим. И смотрим. Вот, ну, очень близко, так сказать. Так, и так мы видим, что эта краска вполне из практики. Вполне, значит, аж бегом пойдет на подслой. Раз. Второе. По низу, где-то такие вот нижние детали, бампер или еще что, тоже она уже в аккурат идет. Переходами тоже отлично идет. Чтобы это самое подвести еще ближе, если машина, к примеру, там дорогая, ну, дорогой, я думаю, что не будет такой краской красить, вот, но если вдруг, вот, то тогда надо это самое, вот эту краску, которую мы сделали, процедить хорошенько и сделать уже задувы пистолетом по машине или с образцами, вот, тогда уже ближе можно к тону к этому подойти, и там уже она будет почти в аккурат. То есть этот цвет, в принципе, делается очень легко. Вот все остальные вот эти цвета, значит, начиная вот таким вот методом, можно все делать такие цвета. Значит, начиная от снежной королевы, типа серебро там почти одно добавляется, немножко тона добавляется. Вот затем вот идет мокрый асфальт, там сухие асфальты всякообразные. Такие, то есть темные, вот серебристые машины тоже вполне вот такой краской можно делать. Единственное, там может отличаться тон. То есть здесь вот тон синий идет у нас. Вот, а там может быть
красный. Ну, тоже добавляется красный вот с такого, это самое, снитри. И желтый, как у нас, краса имеется. Вот этими тонами вполне можно вывести в тон. То есть, в общем, обобщает все это дело. Значит, вот по бутылке, значит, мы можем делать легко, близко подойти. Вот, затем, значит, задувчики делаем с пистолетом обязательно, потому что там зерно, то есть, это 50-е. И потом, после задува, значит, можно еще ближе, ближе, ближе подойти к этой краске, к цвету. Вот, когда мы близко подошли, там уже мы улавливаем тон. Сперва тон, оно не сильно видно, так сказать. Мы неопытным глазом, если. Вот, когда мы подошли светлый или темней, тогда мы уже видим, какой тон надо, там синий, красный или еще какой. Добавляем по тону, просветляем, затемняем. Вот, еще тон доводим, 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 который надо. И все у нас получится нормально.